канале, мои милые хомячки. Хоть моих хомячков больше нету. Ну ладно. Мы завели кролика Луна, который сейчас пока сидит в кошке. Вот она. Вот наша Луночка. И у нас пришел пакетик с тему. Вот. И этот пакетик для Луночки. И сейчас мы будем делать распаковку. Луна у нас пока это не хочет с нами быть в камере. Ну ладно, начнем распаковочку. Берем ножнички и стараемся отрезать. Так. И что у нас здесь? Что у нас здесь? В этом маленьком пакетике. Как я вижу, там очень много чего. Из-за этого давайте распаковывать. Обязательно. И первая вещь, которую я здесь вижу, это вот такое вот. Давайте откроем и посмотрим, что это у нас. Что это? Я поняла. Это вот такой типа маленький термоковёрчик, например, зимой, чтобы ей в клетке, где она спит, не было холодно. Хорошо. Складываем. Вот так. Ковёрчик мы распаковали. Потом у нас идет вот такая вот расчесочка. Наверное, это чтобы ее расчесывать, как я поняла. Так, это мы, наверное, потом откроем. Она как раз облизывается, потом мы ее подчешем. Потом у нас идут какие-то... типа морковки, что ли. Короче, какие-то палочки с оранжевой нитью. Понятненько. Это мы тоже потом откроем. И потом у нас сеница. Туда мы будем ложить сено для нее. АСМР распаковка. Вот такая у нас сенница. Туда мы вложим сено. Ставим там в клетку. И она типа будет оттуда кушать. И так, у нас идет вот такое вот одеяльце. Окей. Распаковываем теперь брутально. Брутально, вернее. Ладно, нет. Аккуратненько. Берем. И это маленький ковёрчик еще один. Какой миленький, мягенький. Ну, конечно, он не так уж и хорошо пахнет. Ну, ладно. И последняя посылочка. Это у нас, по-моему, молоточек. Маленький. Для зайца. По виде, как будто это для котиков. Но какой-то он слишком маленький, если это для котиков было бы. Так, его что-то завернули в такой пакет. Ну, ладно. Так, открывашка. Там что-то на китайском написано. Ну, ладно. Вот такой лоточек. Лунчик, иди сюда. Смотри, сколько-то для тебя здесь посылочек пришло. Вот, наверное, это... Не знаю, как это делается. Но оно было вот так вот как-то поставлено. Вот так. Блин. Вот так. Как-то. Хотя... Подождите. Я сейчас запуталась. Короче, я никак не поняла, как этим горшком пользоваться. Это надо будет нам прочитать. Пакет пустой. И сейчас мы будем звать Луну. И пусть она посмотрит на свои подарочки. Вот я с Луночкой, мы вернулись. Да, скажи привет подписчикам. Привет! Смотри, что для тебя есть. Смотри, коврик. Не, ну не надо его сразу драть, Лунусик. Так, ножичками уберем.
Так. Потом это твоя сенница. Туда пойдет твоя травочка. Не, пакетики не надо грызть. Не. Потом для тебя есть вот такое вот. Смотри. Да. Вот такой вот коврик. И для тебя есть еще щеточка. Не надо грызть пластик. Вот так вот чешем тебя. Хорошо чешет, как раз она сейчас линяет. Это как раз для нее хорошо. Ну, правильно, сели на пакет мы. А теперь вот это такие морковки, как я поняла, должно быть. Ну, это какие-то недоморковки. Ну, Лун, интересная морковка. Лун, так, она пока ее грызет. Ну, это же дерево, им же нельзя дерево кушать, по-моему. Ну, ладно, морковка, типа морковка. Вообще, у нее есть морковка, которая хотя бы выглядит как морковка. И смотри, что еще. Лоток. Туда надо писать. Оп, Лун. Мы его потом тебе поставим. Да, хочешь играть? Ну ладно, на этом я хочу с вами попрощаться. Вернее, мы с Луной. Да, она сказала вам пока. И да, ждите следующее видео с нами. А это была наша распаковка.